двигатели внешнего сгорания, так называемый двигатель Стирлинга. Видите, горят горелки и греют цилиндры. И воздух греется, и потом начинает работать, потому что там с одной стороны охлаждается, другой греется. Но этот двигатель, он шумный, как видите, да? И габаритный такой, большие размеры имеет, и низкий коэффициент полезных действий. Поэтому, конечно, мы не будем его ставить на Unibus, хотя им легко управлять. Зажег зажигалку, потом дунул, и он остановится. То есть во время кофеста мы его не увидим? К сожалению, да. Только у меня на столе, как игрушки. Жаль. Но, тем не менее, может быть, если уже говорить серьезно, мы действительно можем поговорить о том, что нас всех ожидает в ближайшее будущее. Конечно. Давайте поговорим. Серьезно. Итак, Анатолий Эдуардович, до Экофеста осталось совсем немного времени. С чем мы, и инвесторы, и разработчики, подходим к этому этапу? Ну, у нас уже есть продукт, он изготовлен. Хотя можно сказать, что это бета-версия, хотя у нас есть уже и сертификаты. Но у нас еще не закончена грузовая система. Нет пока еще полной комплектации высокоскоростной системы. Хотя часть подвижного состава мы уже делаем, представлен на выставке «Инотранс» в Берлине в сентябре. Это высокоскоростной модуль семейного типа. И нам есть что показать нашим инвесторам. И у нас в планах прокатить 2100 человек. И это для нас серьезный вызов. И мы с этим справимся. Мы покажем, как работает наша система. Спасибо большое. Хорошо. А что же будет дальше? Готова ли наша компания к конкретным адресным проектам? И будет ли что-то в этой связи объявлено вами на Экофесте? Ну, мы работаем по десяткам адресных проектов во многих странах мира. Это очень сложная работа. Многоступенчатая работа. И преждевременно объявлять о результатах не стоит. Потому что мы входим с этим очень сложным продуктом на рынок, где очень много конкурентов, причем серьезных конкурентов, которые, как говорится, не дремлют и пытаются помешать нашему выходу на рынок, потому что многие бизнесы, ну, традиционно пострадают. В своем интервью перед выставкой в Объединенных Арабских Эмиратах вы говорили о том, что уже сможете в ближайшее время сообщить о каких-то конкретных результатах. Возможно, до Экофеста еще. Неужели что-то изменилось? Нет, по большому счету ничего не изменилось, хотя и есть определенные изменения, но это не значит, что стало хуже. Мы там действительно подписали на выставке соглашение, но мы не стали разглашать это соглашение, и подписали еще целый ряд соглашений, и тоже пока об этом не говорим. И этому есть определенные причины. Мы уже получали много таких звоночков. С инновациями боролись всегда и борются. И у нас сейчас третья стадия, как развитие, когда не воспринимают серьезно, не слышат, потом когда смеются, потом, когда начинают бороться, а потом мы становимся победителями. Сейчас третья стадия, с нами все борются. И один из звоночков, после выставки мы поехали на встречу в Амстердам, в один из портов. Это уникальный порт, это единственный порт в мире, где все автоматизировано, в том числе логистика вся, с контейнерами, морскими контейнерами, 20-40 футовыми. И мы хотели заключить соглашение и начинать работать уже по портовым направлениям, в том числе для таких стран, как Эмираты, Индия, Индонезия, где есть порты. Но за день до нашего приезда, потому что мы не скрывали этот приезд, туда пришло письмо. Нам известно от кого-то, я не буду это разглашать. От недобросовестных конкурентов. И принимающая сторона резко изменила свое отношение к нам и отказались от встречи. Вообще от встречи отказались. И поэтому у нас нет ни соглашения с ними. Какое сотрудничество? Так, и как это сейчас ситуацию изменить?
ходить там и объяснять, что мы хорошие, что мы не такие, как о нас говорят, и пишут, что ли. Поэтому подобного рода события были в Индии. И когда была встреча с министром транспорта, с членом правительства Индии, на столе уже лежала статья, негативная статья о СКВ Юницком, генеральном конструкторе, которая вышла в этот день встречи. Это же не случайно. А если вспомнить события в Литве, где в борьбу с нами включился премьер-министр страны, который, собственно, управляет экономикой страны, и президент страны, где было заведено уголовное дело. Вы что, думаете, это все случайно? Нет, конечно. Поэтому с информацией надо делиться очень аккуратно и осторожно, особенно то, что касается менеджмента, вот, продвижения проекта. Техническими достижениями мы делимся, но опять же не раскрывая ноу-хау. Ведь в технике есть ноу-хау. Мы можем говорить, допустим, о продукте, не раскрывая секретов. Потому что только глупец раскрывает секреты. Так зачем мы при реализации работ, при выходе на рынок, должны раскрывать секреты? Это же ноу-хау. С кем встречаемся? Где встречаемся? О чем провели переговоры? Какие документы подписали? Это ведь конфиденциальная информация. Я понимаю, что все ждут ее. Да. Но если мы хотим разрушить бизнес, нет проблем, я могу все выкладывать. Могу все сейчас показать и рассказать. После этого можно расходиться по дому. Бизнеса не будет. Спасибо. Мне вспомнилась восточная поговорка. Говори лишь тогда, когда слова твои лучше тишины. Да. И есть молчание золота. То есть не всегда надо говорить. И лучше всего, наверное, доказывать делами, а не словами. Что мы и делаем, в общем. Да. Я же не футуролог, который мечтает о будущем и рассказывает, что Юнибайк там и в космос полетит, и под воду нырнет, и так далее. Да? Конечно, это будет со временем, но это же не главное сейчас. Я думаю, будут вещи намного более серьезные и еще более впечатляющие. Безусловно. И не надо думать, что мы ограничимся только вот тем, что мы показываем и то, что делаем. Ведь на самом деле я начинал работать над космической программой вначале, Spaceway. Но потом понял, что никому это по большому счету не нужно. Я понимаю, другие не понимают. И поэтому не было серьезной поддержки, наоборот, была борьба со мной. Даже КГБ СССР со мной боролся. И вот потом, когда развалился Союз, я понял, что надо самому это делать, а не искать поддержки. И нужно создать бизнес очень крупный, где можно заработать миллиарды долларов. Причем бизнес хороший, правильный, нужный, а не просто там купил-продал, да, или там нефть выкачал-продал, а инновационный бизнес. Это был, не сыграл на пороках людей врожденных. Да, это СКВ. И уже мы показываем результаты по СКВ, уже, наверное, можно верить, что я не просто футуролог, который пишет фантастические там рассказы, романы. СКВ работает. Причем работает так, как я, в общем-то, обещал. Я не ошибся, как инженер. Ну да, это наверное, оспаривать невозможно уже. Да, и, наверное, многие задумываются, а может и по Spaceway, я не ошибаюсь, а может действительно это так, что мы идем в тупик, вся цивилизация. А это спасение, это выход из положения. Вот это даже Джефф да. Безос уже понял и высказал. Да, но он поставил проблему, он не дал решение проблемы. А я даю решение, это же другое. Я даю решение, как это избежать этого тупика. А я подозреваю, почему он не дал решение. Потому что он знает, что оно уже есть. Нет, он не знает. Как Илон Маск там начал подвигать вакуумную трубу, а мне описано в монографии еще там, я 40 лет назад об этом писал, да? Это первый этап реализации SkyWay. Я думал сначала все-таки через вакуумную трубу, но потом понял, что это очень сложно и дорого на том этапе развития, да? И как сам такую сложную часть, ну, нельзя будет рисовать, как если бы, представляете, братья Райт замахнулись на А380. Они бы его сделали, когда бы. Поэтому сделали та еще тажерку. Ну и создали авиацию. Так и я. Я перешел на более простые этапы реализации, варианты реализации, да, программы SkyWay.
А сейчас уже речь идет о том, чтобы, да, надо переходить и к вакуумной трубе. И мы работаем. Я никогда не прощал эту работу, я просто не афишировал ее. Все-таки хоть одна сенсационная новость у нас сегодня есть. Не про мотор, но это не значит, что мы расходуем деньги инвесторов. Нет, это я финансирую. Это мои затраты. Потому что инвесторы на это деньги не дают. Они дают на другое. И мы это делаем. Я думаю, что когда они узнают об этом... Нет, это дополнительно финансирование надо. И дай бог вот это завершить финансирование. Потому что все уже в нетерпении, когда там... 10% годовых, когда IPO, когда там я продам свои акции, которые купил за $100, за $1 000 000, да? То есть уже есть некая усталость у инвесторов в ожиданиях. Ну, что поделаешь, если у нас были форс-мажоры, от меня это не зависит. И надо уметь, а я сумел, за меньшие деньги сделать больше, чем планировалось. И когда многие к нам приезжают и ходят по производству, приезжают в экотехнопарк, который... Там 2,5 года назад, даже 2 года назад был танковым полигоном. Там ямы были, бурьян. Там ничего не росло. И выйдет в эту красоту, и на нашем производстве, где была раньше типография. Да, мы ее купили, но там не было никаких, ни станков, там ничего, там были пустые стены. Мы не ее мобиль купили, мы пустые стены купили. И посмотрите, что там сейчас. И когда они ходят, говорят, как? Как вы смогли это сделать? Они не понимают. Но это же ведь сделано. Зачем это умолять и говорить, что где вот то, а вот это все не так и неправильно, и мы ничего не видим. А многие так говорят, да? Поэтому даже вот развитие вот событий, продолжение работ, которые я начинал тогда, когда многие из инвесторов еще не родились, даже их родители не родились, когда я начинал эту работу. Я их никогда не останавливал, не прекращал. Просто была тишина по целому ряду причин. Да? И сейчас уже можно начинать говорить, что нет, мы работаем, мы движемся вперед и в этом направлении. И в том числе ведется работа по отведению участка земли под высокоскоростной транспорт и на гиперскоростной гиперию, где скорость будет 1250 км в час. Могу сказать, что это будет... Скорее всего, не в Беларуси, потому что в свое время нам отказали выделение земли на эти тестовые участки. Наверное, это что-то связано с визитом недавним в экотехнопарк членов правительства Объединенных Арабских Эмиратов, возможно, я не знаю. Но в том числе, чем в том числе. Этот визит отличался от других, что о нем мы все-таки смогли хоть что-то сообщить? Ну, уже такая стадия переговоров, а о чем я не буду говорить, мы договорились, что можно уже об этом это и не скрывать, так сказать. Но а о чем мы договорились, мы же это не говорим. И с кем конкретно договорились, мы тоже не говорим. Так? Есть некий вектор, где-то там, Ближний Восток, арабские страны. И не надо сводить это все только к Эмиратам. Там много других стран рядом. Так? Так, и поэтому визит был обусловлен тем, чтобы вторая сторона, наши партнеры еще раз убедились, и уже на высоком уровне, что это действительно отвечает самым высоким мировым требованиям, что мы смогли это реализовать в сжатые сроки, на пустом месте, не имея поддержки и финансирования в начале пути, да? И поэтому, когда есть поддержка, когда будет поддержка и будет финансирование адекватно, то, наверное, мы еще быстрее сделаем и, наверное, больше сделаем. Так? Вот и для этого нужен был визит, так? Чтобы убедиться в серьезности намерений и планов, и в том, что они реальны, и они будут реализованы, эти планы, и они будут реализованы. А может быть, чуть-чуть подробнее все-таки? Какие-то, может быть, есть интересы, выраженные в конкретных заказах. Скоро Берлин, Инотранс. Что-нибудь об этом можете сказать? Не, ну скоро Берлин, но мы покажем подвижной состав, причем в лучшем варианте исполнения. Многие просто не понимают, удивляются даже там. Дневные письма я получаю, что
они разочаровались, то, что думали, там, не бы все будет там, по 300 человек, там, по 100 человек, а мы вдруг везем шестиместный юнибус высокоскоростной в Берлин. Ну, можно сказать, что, наверное, и Форд был неправ. Почему он автомобили делал не 100-местный и не 300-местный? Наверное, он был неправ, конечно. Взял и сделал 4-местный. Почему-то. Да? А, наверное, этому были причины. Если бы он не сделал, не было бы автомобильной промышленности вообще. Он правильно угадал тренд, направление развития. Транспорт должен быть доступным каждому. Он должен быть семейным. Чтобы каждый человек мог купить его. Или семья. Вы что, купите поезд? Или вагон? Он вам нужен? 100-местный вагон, да. Стоимость, я не знаю, там миллионы долларов. Что вы будете? Если поставить где-то и сделать в нем ресторан, может быть. Нет, так а и сколько их купите? Сейчас легковых автомобилей не как средство транспорта. Нет, сейчас миллиард легковых автомобилей в мире. Миллиард. Так и юнибусов должно быть не меньше. Иначе он должен быть эффективным. Не просто шестиместным, допустим, или, там, на семью. Он должен быть высокоэффективным. И мы сделали такое. Вы знаете, сколько Бугатти тратит топлива? У него двигатель, чтобы меньшую скорость получить, 1500 лошадиных сил. Скорость 430 км в час. По-моему, за 12 минут он сжигает весь бак, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, у меня это в голове такая цифра. Во-первых, он при попутном ветре с горочки такую скорость получает, 430 км в час. А не там против ветра или там, там не по с горочки, а по горизонту 500. У 500 нет таких автомобилей, нет 500 км в час. Так вот, он сжигает где-то за час работы, при такой скорости, если достигнет 500 км в час, ну, где-то 500 литров топлива за час. 500 литров. Это небольшая цистерна. Ну, да, значит, за 12 минут бак, все верно. Как, нет, так это при меньшей скорости. Ему и на 3 минуты не хватит бак, чтобы при такой скорости двигаться. А наш юнибус имеет совсем другую характеристику. При скорости 500 км в час 8 литров топлива на 100 км в пути. Ну и не два человека там, как в Бугатти, не а шесть. Не два, да, а шесть. Даже столик можно поставить, там комфортный салон, большой салон. Так. Там и багажный отсек есть, и где можно тонну груза положить. Да? Это уже транспорт будет другого поколения. Именно для людей. И на нем можно и, он может быть и общественным. Ведь такси тоже не 100-местное. Зачем 100-местное такси? Так? А здесь шестиместный общественный транспорт, и расчеты простейшие показывают, что при интервале временной безопасности он может быть полсекунды. При этом, если даже будет аварийная ситуация, и у модуля, который едет впереди, отвалится колесо, а интервал всего 0,5 секунды, возбуждение будет где-то порядка 15 секунд. Автоматика сработает, не будет никакого столкновения. Там нет неподвижных препятствий, как думают многие, что вроде бетонный блок, и он у него сразу врежется. Нету там препятствий. Есть только движущий впереди модуль. Поэтому полсекунды – это безопасно, безопасный временной интервал. Так вот, при таком, я говорю о возможностях, я не говорю, что это будет каждый день, да? При таком интервале безопасности шестиместные юнибусы смогут перевозить 2 миллиона пассажиров в сутки. 2 миллиона. Зачем нам? Естественно, столько не нужно. Да? В проектах, которые есть по высокоскоростным железным дорогам, там ну, 20 тысяч пассажиров в сутки, 30 тысяч пассажиров в сутки. Вот Москва-Санкт-Петербург или, допустим, Москва-Казань. Там больше я не планирую, потому что где набрать столько идиотов, чтобы они платили безумные деньги, да, чтобы проехать это расстояние. Поэтому я так и планирую, что там пассажиропоток на самом деле может быть большим. Как да. Мобильник, он сейчас у каждого в кармане, а то и два, и три. Если да? Он будет доступным, конечно. А вот представьте, что вы планируете, что проводной этот телефон каждый носит с собой, а то еще два. Ну это же глупость. Да? Поэтому, естественно, там планируется, исходя из этого, из того, что есть. Да? А уже когда будут разумные там пассажиропотоки, 100 тысяч пассажиров в сутки, допустим, это будет не 20, а больше, и много пользователей появится дополнительно, то при таком пассажиропотоке там нормально будут интервалы движения.
Это между Юнибусом будут километры расстояния между соседями. Километры. Представьте автобан, где до ближайшего автомобиля 2 километра. Наверное, автобан безопасный. Так же. А здесь говорят, вот это опасно. Да нет. Так? Поэтому оптимальным транспортом будет вот такой транспорт, о котором я сказал. Это оптимум. И у меня его дело. Что из этого будет показано на экофесте? Все-таки вот немножечко хотя бы расскажите. Нет, ну мы Юнибус не покажем, потому что тогда интриги не будет на инотрансе. Поэтому, ну, это уже ясно, да. Да, да, нет. Поэтому мы не покажем, увидим это, да. Мы много тоже сделали, но не можем показать по ряду причин, потому что чуть позже будет открытие уже на каких-то форумах, и мы покажем там. И поэтому мы не можем раньше времени открывать и показывать. Да. Но мы покажем суперлегкую систему. У нее не было в планах. И на это не было денег. Да. Мы даже покажем струнный мост, который вот сейчас строится. Мы должны успеть его к экофесту, где мосты можно строить другими. И пешеходные, и автомобильные, и железнодорожные, более легкими, более ажурными, более дешевыми. И вот первый мостик мы уже построим и покажем там. Мы покажем дрон. И не только большие, но и маленькие дроны. Ну и много другого, чего другого, ну, я думаю, не стоит об этом пока говорить.